Всем привет, подписчики. Ну что, пришло время, как говорится, осенние обработочки. Вот уже выпадают листики практически везде. И мы приступаем к обработке нашего сада бордоской жидкостью. Бордоская самая эффективная. Вот на персике можно увидеть, что никаких нету ни курчавых листиков, ничего. Это я два раза за сезон обрабатываю. Получается осенью перед зимой и ранней весной по закрытому бутону. То есть, чтобы бутон еще был закрытый, потому что медный купорос, он, когда попадает на лист, он его тупо разъедает. Ну, то есть погибнет. Обязательно делать до обработку по закрытому, ну, когда почка еще набухшая только. Короче, ранней весной. Вот. Но уже не по распустившемуся листу, а по набухшей почке. Сейчас снимем листки все, чтобы везде попала наша смесь. Вот, обработаем полностью все. Вон чуть-чуть осталось. Все обработаем и будем себя чувствовать спокойно. Вот что значит обработанный сад. На персике ни одного курчавого листика в этом сезоне не было. Ну, персиков, увы, не было в этом году, потому что... Так, тут уже убрал. Потому что все повымерзало очень страшно. Вот это... Само опадет, ну все равно напшикаем, пускай будет. Это чернослив, тоже поснимаем листики. А так, в принципе, везде уже все поопадало. Вот, делаем баковую смесь, 3% бордоска. Вот, получается, если кому-то полезна эта информация, то я делаю, смотрю одного садовода из Крыма, он делает так: 500 грамм извести комковой, такая в кусочках. Ну, я вот такую покупаю. Вот у меня такая комковая, сейчас покажу. Известь негашеная. Вот. Заказываю вот такими кусками. Такая, ну, не маленькая. Ну, вот. Ее растворяем в воде 500 грамм в одном ведре. А во втором ведре 300 грамм медного купороса. Это я заказывал у своего наших ботаников в Беларуси. Ну вот, хороший настоящий медный купорос. Ну, видно, что по деревьям, что работает реально. Ни одного курчавого листочка не увидел я. Ну вот, поэтому все хорошенько обрабатываем и заливаем вот в такой вот наш бачок. Бачок вот такой фирмы, очень хороший. Не дешевый, конечно, но зато очень надежный. Шланг надежный. Кстати, перед обработкой, кто обрабатывает, вот здесь вот, где вот этот вот пульверизатор, откручиваем вот эту штуку, вот эту. И там внутри такой стержень, фильтр, вот такой по всей длине идет. Его доставайте. Потому что если не достанешь, то известь очень быстро все забивает. Вот. Вот это у нас получается, как она называется, айва. Айвочка. Сейчас тоже листья снимем и обработаем.